Друзья, с вами опять мы, Татформ. Хочу показать следующую приманку RES FAT Detail Crab. Значит, она выпускается в трех размерах 4, 3, 2 дюйма. Вот 4, 3, а вот средний товарищ попросил ему сделать на 3,5 дюйма. Вот, один раз одну сделали. Вроде он захотел, чтобы хвост был потоньше, одного вот такой, на миллиметр толщиной. Мы сделали ему, как он хотел. Напоминаю, это просто он такой 3,5 дюйма захотел, такого в фирменном размерном ряде нету. Есть 4, 3 и 2. Сейчас попробуем вот 4 и дай линейку. 4. Это какой-то непонятный размер. Вот это 4, вот это 3,5. А это 3, наверное. Не знаю. Сейчас проверим, как они плавают. Значит, вроде большая, толстая. Ну, фат есть фат. Она должна быть пушистая и толстая. Значит, несмотря на свои габариты, вот даже при самом мелком подвижении видим, как хвост красиво играет, дает очень хорошую, показывает очень хорошую игру. При подъеме, при опускании она вот так же классно работает. Вот, направо, вот налево. Давайте попробуем чуть побыстрее. Ну, грузик маленький, быстрее не получается. Вот, надо бы побольше. Сейчас на 3,5 дюйма этот грузик будет нормальный. Вот, это приманка на 4 дюйма у нас. Значит, вот она. Им захотелось 3,5, говорят, на 3,5 дюйма очень хорошо у них там ловится. Хотели именно этот размер. Да, я сказал, ради бога. И сделали то, что они хотят. Вот 3,5 дюйма. Вот игра вообще, ну, классно хвоста. Вот. Даже вот ничего не сделаю. Вот чуть-чуть проведу, и она вот какая великолепная. Вот так просто медленно проведу. А вот побыстрее проведу, она еще быстрее будет играть. Привлечет 100%. 100% мимо хищник не пройдет. Однозначно хорошая приманка. Твистер такой. Вот. И еще остался последний мелкий размер. Посмотрим, она как будет играть. Здесь немножко резина. Да, прошлогодние они у меня приманки. Вот. Резина плотная. Ну, хвост тонкий. Будем надеяться, что за счет тонкого хвоста она будет играть. Вот. Да, как сказал, вот хвостик играет великолепно тоже. Тонкий хвост. И она показывает хорошую игру. То есть толсто, тонко, это как бы не суть важно, потому что тут все зависит от модели, от конфигурации хвоста, как она сделана, как она придумана. Мы тут велосипед не придумываем, мы делаем фактически то, что уже придумано давным-давно. То есть свои придумки есть, но сейчас мы вернемся к этому, покажем немножко и из наших форм. Спасибо за внимание, с вами Татформ. Всего доброго.